Привет, сейчас я сделаю пакет трейсер 9.2.2.6. А здесь у нас настройка OSPF для IPv4 в трех разных областях. Ничего сложного. Давайте просто на примере покажу. Откроем R1, командная строка. Enable.conf.t стандартно. А, прописываем роутер OSPF 1. Вот видим идентификатор процесса 1. OSPF 1. И роутер ID у нас для RA это 4 единицы. Роутер ID 1.1.1.1. Все. А дальше нам нужно задать 3 сети, которые у нас подключены к R1. Это у нас вот эта вот сеть. Просто пишем network, вот эта вот сеть. Кстати, у нас вот есть даже в примере network, вот эта вот сеть и area 1. Также для второй сети, для третьей area 0, так как она находится в зоне 0. Я подготовил файлик, чтобы быстрее копировать. Вот эти все три сети. Можете сверить, они совпадают. Вставляю и настроили так R1. Вот у нас 28 из 80. Можно нажать чек results, посмотреть, что RA у нас настроен. R1 настроен правильно. Я сразу перейду к R2. Командная строка. Enable configure terminal. А здесь у нас все три сети в зоне 0. Опять-таки меняются только IP-адреса. Я скопирую команды и вставлю. Также у нас ID разные у роутеров. И все. R2 настроили и R3 настраиваем. R3, командная строка. Enable configure terminal. И копирую опять команды. Paste, вставляем. Все. Мы настроили все три маршрутизатора. Сейчас они должны работать. А вам нужно ответить на вот эти вот вопросы в PDF-файле. Здесь ничего сложного. Просто прописывайте на разных устройствах show и отвечайте на вопросы. Если нажмем check results, здесь все настроено правильно. На этом все. Пока.